Второй тур Мелбет первой лиги. Махачкалинская «Динамо» впервые, кстати говоря, в своей новой истории на домашнем стадионе принимает подмосковный «Велес». Поехали! Махачкалинская «Динамо» в синей форме, «Велес» в бордовой форме с лазурными номерами на спине. У наставников обеих команд вызвала игра в большинстве большие вопросы. Так, а что здесь? Очень опасно. Косаревский с первым ударом справился, а со вторым уже нет. И это Джамал Дибиргаджиев практически с метра вонзил мяч в ворота Косаревского. Это первый гол махачкалинского «Динамо» в первой лиге, в Мелбет первой лиги. И первый гол в этом сезоне, первый гол на Анжи-арене. В общем, много чего первого. Разыгрывают. Пошла подача. И подача точная. И есть удар даже. Косаревскому помешали выйти, конечно. Да, здесь Атабаев, хитрец, подсел под вратаря. И Косаревский так смахнул все-таки мяч. Поставил корпус Стаменковичу. Потом и позицию успел выиграть. Гаджиев обыграл Бакоева. Удар в ближний угол. Ух, как опасно! Исправляется все-таки Косаревский с этим мячом. Не с первой попытки, но со второй его забирает. 14 забитых мячей в активе Раджабова. Так, а вот здесь что? А вот здесь-то как опасно уже. Еще один удар. Пронесло «Велес». 83-я минута идет. Подает с угла поля «Динамо». Отскок, удар. И еще один корнер будет. И вот подача. Не добрался до мяча Вагидов. А вот сейчас добрался и в дальний угол пробил. А вот и финальный свисток. Первая победа махачкалинского «Динамо».